Всем доброго дня! Это анонс очередного видео, посвященного Винчунь, очередного урока, посвященного Винчунь. И если вы достаточно добросовестно отнеслись к предыдущим урокам, то этот урок, я думаю, будет очень для вас полезен, потому что он, помимо защитных и атакующих действий, он еще содержит такие важные аспекты боевой практики, как перемещение. Здесь мы увидим и освоим несколько дополнительных шагов и перемещений, которые нередко игнорируются при преподавании Винчунь. Хотя, казалось бы, эти перемещения, эти шаги лежат на поверхности, и они должны быть осваиваемы. И если представить себе, что шаги являются таким фундаментом вашего здания боевых практик, то, конечно, лишаясь такого фундамента, наверное, вы не построите себе и практику хорошую. Да? С этой точки зрения, вот здесь, вот в этом уроке будет представлено и то, как пользоваться этими шагами. По крайней мере, слегка мы касаемся этой темы и видим несколько атакующих действий, которые прямо вытекают из тех или иных перемещений, из тех или иных шагов. Таким образом, осваивая эти шаги, осваивая эти перемещения, вы одновременно осваиваете и целый ряд атакующих действий и увязываете их с уже известными защитными действиями вашими. Урок рассчитан на целый ряд тренировок. О том, как приобретается и о цене этого урока, все внизу, в описании к видео, способы оплаты там же. Не забываем подписываться, делиться, ставить лайки, писать комментарии, почаще заходить на канал, жать колокольчик. И счастливо, хороших вам тренировок!